одной стороны, путешествие по краю для меня – это часть моей жизни, моего мироощущения. С другой стороны, это, наверное, впервые моя самая такая любимая работа, которая, несмотря на все сложности, вызывает у меня полное вдохновение, желание думать об этом, жить этим. Я думаю, что все-таки турист – это не про внешнюю оболочку или про свитер с большим горлом. Турист – это про состояние души, потому что на самом деле вот в нашей будничной жизни, да, когда мы ходим на работу 5 дней в неделю, хотела сказать 6 дней в неделю, ну и 6, и 7 по-разному, а утром проснуться в субботу в 6 утра, чтобы пораньше уехать куда-то и целый день применять насилие, взбираясь на горы, там, в горы или там, куда-то идя в поход, наверное, это действительно все-таки не про свитер, а про вот, желание получать от этого удовольствие и действительно искренний кайф. Почему вы так много сил вкладываете в продвижение этого продукта? Мне кажется, это возможность не просто увидеть реку, это возможность увидеть настолько разных людей, поскольку на реке Енисей так исторически у нас сложилось, что проживают разные народы, разные поселения, у каждого своя история. Я бы, наверное, вообще в целом попутешествовала по северу с его бухтами, заливами, выходом к Северному Ледовитому океану. Я бы хотела побывать на Диксоне и многих других местах, которые, ну, вообще отличаются от нашей жизни. И вот, к сожалению, там горы Баранга там, и другие места, которые находятся не просто, ну, скажем так, за полярным кругом, но и действительно вот в такой в арктической зоне, и там свои законы и свой мир. Телеграм-канал «Убыть». Я уверена, что со временем там будет еще больше маршрутов, еще больше людей, поэтому подписывайтесь на мой канал. Путешествуйте, потому что путешествия позволяют проживать принципиально другую жизнь. Они позволяют нам действительно ощущать эту жизнь в полном представлении о том, что это такое, не просто отдыхать или переключать свою картинку, а действительно видеть красоту этого мира, видеть красоту людей, которые протягивают тебе руку, когда ты идешь в походе, или помогают нести рюкзак. Это точно про людей, про природу, про тебя, про понимание себя, и это 100% то, что стоит попробовать, если вы пока еще сидите дома.